Приветствую всех на канале. Добрый день. Давно не виделись. Сегодня у меня игра в PUBG. Решил с нее начать. Хотя и канал не по этой игрушке. Удачный стрим, спасибо. Через пару недель, возможно, уже по КВ начну стримить, но это не точно. Ой, сегодня написал администрации на выдачу промок. Не знаю, как выдаю там на сегодняшний день промки или нет. Что ответит? Так, солянка. Топс переключимся, может так. Шмора сейчас пилит игрушку. Интересно, когда он ее выпустит. Так понравилось. Тоже типа выживалки. Он из всех игр взял самое лучшее и сам все пилит там. Чё-то уважение, как говорится. Эп, стоять. Да-да-да, Шмора. У него там на его канале где-то месяца полтора-два назад видос вышел про то, как он аналог PUBG пилит. Он со всех берет самое лучшее. Ну там механика, баллистика, все вот это вот. То, что из игры в игру по обзорам всегда претензии предъявлял, ну, к разработчикам других игр, он как бы все исправляет и получается этот делает идеальную игру. Как он начал делать какую-то игрушку. Ну да, вот, наверное, про нее же я и говорю. Домик, один хрен со мной летят. Гад.
Так, это выше. Че, никого? Типа никого. Что никого. Лучше оружие есть. Сюда газуют, да? Пельмин приезжает. Всего два домика. Здесь ничего нет. Ловить нечего. Так, а зона у нас далековато, да? Так, сюда надо зайти. Возьму на всякий случай глушитель. Х2. Блин, не нужно. Вот, это СЛР. Фига ты, блин, здесь сидел с импиком. Так, кстати, не нужно. Вот сюда. Заметил его, блин. Жестко. Сидит за домом, палит контору. Практически нет, да? Ух!
Долго с ним мучился, и патроны закончились. Что-то с чем-то. Сейчас почти выбрал. Семерки видел. Семерочки нужны. Прям здесь еще черная была вертикалка. Ключик золотой.
Блин, пацан.
чуть-чуть не хватило. Долбанный столб. Почти убил. Как будто больше попадал. Да ладно. Так, ладно, схожу по коре. Руслан, привет, дорогой. С днем рождения тебя. Да, ты механик. Макс ЧСВ, блин, сидит в стиме, а сам в игру не заходит. Так, у меня еще где-то на одну катку, максимум на две хватит по времени. Спасибо большое.
Ты еще луком вяжешь. Не двоится у тебя там. Блин, у тебя же вчера был, да, по-моему, 30-е? Сегодня у нас такое число. Да, сегодня 31-е. Упс. Но все равно я тебя вчера тоже не было. Вот так вот, да? Вот так вот. Гады. Ничего личного. Весело. Да, ну что, ну вот этот. Интересно, есть здесь еще кто-нибудь? Есть подходит. Для ближнего боя вообще вектор норм. И 416 взять.
Привет, Руслан. Че, выходить мне? Не-не, подожди. Снайпер, да? Так, на снайпер у меня достаточно патронов. Лишнего надо спасать мешок. Затихарились. С точки сейчас будет. Выпендришься.
Блин, он в другую сторону. Я думал на друг полететь. Он, сука, в другую сторону. Вилок, хеллоу, хеллоу, хеллоу. Забыл, переключился. Ой, X6. Есть норм, пацан.
блин. Чёрт. Носишься, у тебя не сидится на месте. Давай, пикани еще. Чудом убил.
этих нужно всыпать. Где-то убежал. И чё не пускаешь? Здесь есть за камнем.
мне кажется. Гад. Совсем рядом был. Блин, подошел сзади. Царь четверка левел. Чем без каски даже ходит. Выйти на рабочий стол? Нет. Покинуть матч. Руслан, я вышел. Да ладно. Ты не ждал. У меня полчаса есть поиграть. Да, да. Я тоже не надо. О, нифига, причесал на тебя костюмчик, блин. На день рождения подарили? Да, вообще ждет. Задонатил мне в Steam. У меня полчаса. Я за тобой. Придумал тоже. Нормально.
пару тычек дал. Да, блин. Чёрт. Не понял, откуда. А я жмётку поставил, там наверху был один. На крыше? Да. Сбоку ко мне подходит. Бегу, я и меня с крыши еще херачили. Здесь за бугром. Он пошел хилить. Понимай. Так, этих я забрал. Ошибись. Я думал, все. Это конец стрима. Нет. Девять семерок сбросил, если надо. Пока не. X4, пламегаз. Я бы еще шлем поискал, конечно. Я не на них бегу. Ну, ты почему? Как раз бегаешь. Они же там стрелялись. Они вышли. Вышел? Выше они. Ну и кто-то вон на квадрике уезжает.
Поскорее, что взять? Как бы не попадаешь, нет. Разъехались тут, да? У нас здесь тачка подъехала. Ну, фабрик или что-то такое. Наверху примерно где? Здесь. Да-да-да, там. Сейчас пойдет спускаться, встретим. Пока не стреляй, они чтобы безвозвратно. Они смотрят вверх. Кто-то их нашел, да. Угу. Слишком палевно. Мы вышли, блин. Отсюда работают. Двое там на крыше. Ты по ним? По оранжевой? Да, да, да. За вывеску за эту забежал. Полиция что? Так, одного сняли они. Ты оранжевый? Нет, на желтый задерган. Все, спрыгнул я. Я к тебе каску нужно найти вторую. Каски не видел? Не, не видел. Блин, забыл, что я напал.
получается. Это тоже уже не видно, не за бугоручный. Шел искать шапку. Дом без окон. Я пошел этих встречать, которые рядом с нами. Сразу помер, почему? Один, значит? Возможно. Блин, где шлемат вообще? Вот у него новый шлем. Че, в голову ни разу не попал? А, все, в пушку. Целях экономии каски, да? Какой вкусный. Коряк будешь брать? Не-не. X8 забери. Я тебе глухак на коряк скажу. X6 бросил. У меня есть. Что-то у меня еще есть. Тут глушак на коряк лежит. Нормально мы с зоной, да? Ну да. Да. Я тут, блин, тачку повернул. Не надо.
Сейчас эти слева у нас должно быть где-то. Ну, вот с твоей оранжевой метки. Они же вот уехали туда наверх. Уехали? Они на квадрат. А, это они. Ну или надо пойти послушать. Тут уже ничего не видно. Надо транспорт какой-нибудь тоже найти. Посветиться. ВССК тут валяется. У тебя спокойно все, тихо? Да. Так, нам к ним вызывать точку надо найти. Вот здесь вот на горе тачка есть. Там чё? Стреляют. Да. Ну нам туда идти надо. Как-то. Возле меня тут перевернутая. А, вот здесь вот за вот этим зданием. Там вниз скатилось. Пикап. Пикап скатился. Там с горы скатился. Ну, возможно, где-то за этим зданием. Вот он.
чехаешь. Я кидал вам. Один за камнем. Ох, ты хера себе. Захерачили одного. На холме, на желтом. Да чё я промахиваюсь? Чё, погнали? Нормально. Пол машины сломал. Выходит. Блять. На меня слева уходит. Так, меня доели. Фига он. Что, замочил кого-нибудь? Нет. Их там двое. Но он, блин. Поехали. Ну он слева тебя крутит. Должен. А нет. Это шо, блядь? Пипец, блядь. О, кого-то забанили. Че, секунду. Сейчас схожу по коре. Давай, давай. А Назик чё, он не заходит в игру? Я зайду сейчас.
привет. Здорово. Привет. Он отключается. Меня слышно? Слышно, привет. Привет, Олег. Привет. Я ему кинул приглас, игнорю ЧСУ. Я запускаюсь, да, вспомнил. Живу в игре. Просто в игре. Так вот ты в игре, показывает. Тебя кинули прыгался? Нет, да ничего. Ну тогда присоединяйся просто. Он сработал, да?
Полетим. Что за тобой? Пацанов. Пацаны, а увеличенная резкость сколько дает? Я обычно как делал, либо постобработку, либо увеличенную резкость. Когда постобработку на ноль, то увеличенная резкость все нормальное качество. А вместе так себе. Да. Увеличенная резкость сразу такой четкий самолет справа склад. Короче, три склада где. Так, одни разворачиваются. Так, ты на какую? На кирпичку? Да. Я чуть подальше тогда. На среднюю. Да. Лазит, это Олег зашел. Так, тут подальше у меня есть люди. С дорогу есть. Не знаю, згорів, та я чув. Видит какого? У меня на жёлтый. Возможно, бот. Бегает как бот. Но это не точно. И слева дома тоже есть. На волейболе. Так, на метке есть. Руслан, осторожно. На желтую перебежали. Вот такой нет микрофон.
это мой дом где-то. Да-да-да, на втором этаже. Ног на втором этаже. Вижу, у меня двое. Там должен поднимать. Один ног, другой нет. Ох ты, блядь. Еще один. На втором этаже он, Саня. Меня поднять. Патрона ноль. Пятерки нужны. Сейчас мало. Этих залутаю. Я троих ногнул. Один дотек. А, кто носится еще тут наверху? Так вот этот крыш, который у меня. Он на втором этаже, по-моему, стрелило у меня. Зашел сюда в доме есть. И меня не спали иначе. Я поднимаю. Он понял своего. На. Да-да-да. Поставил. Добил, блядь. Ну и он накоцанный, сильно накоцанный. Он поднимает. У меня задержка. Хилок все равно не было. Коряк. Так, минута 18 секунд. Так, ну я троих забрал. Получается. Получается, да? Я даже посмотреть не могу, сколько я накосил. Последнего ты добивал или этот прыгнулся? Последнего Руслан вроде бы. Да, а, добил. Значит, один остался, да? Нет, у меня прикрывал. Одного Руслан убил. Нет, я имею в виду, они с складом все полегли. Да-да-да. Да, я тут топнул, потом двоих тут большие. Одного поджег, другого поджег. Да, броник надо поменять. Я Руслан не знает, то влево, то вправо, куда бежать. Надя, шестерка тут есть. А я думаю, где не были, блядь. А, блин, я за Назиком набегаю. Добрый вечер. Привет, Макс. Добрый вечер, я диспетчер. Че начинает? Че ты сразу душишь-то? Возьми, мы потом заберем. Что у вас? Луч занял, да, место, так что я лишний. Я ластово. Все понял, вопрос исчерпан. Да я не буду уже играть. Вообще, в любом случае. Время-то видали, у меня же 4 часа плюс. С вечера? Нет. 22:12 у меня. Сейчас. Так, я. Нормально. Нормально, да. Сподал только 12.
Все. В ГУЛАГе. А я в зоне, а ты нет. С тобой будет комп изучать, скажешь. Будет здорово. Куда поехал? Тачку спрятать. Прыгаем все равно, ребята наши. Или куда подальше? А тачка у вас есть? Тачка есть, я не забыл, что ли. Тут и шестерка в том здании. Так, есть у меня. Каста, рюкзак, пятерки. Третью броню мне тут оставили. Дохло. Блин. А? Я обрадовался. Думал, целая броня, да? Куда вы ушли? У нас тут тачка есть. Я тут камушка.
домишки подойдут. Там а зона далеко. Да. По нам стало. Здесь вроде бы дверь закрыта. Никого не наблюдаю. Опс. О, тут ножки есть еще. Газы. Чё-то ты не туда поехал. Какая разница, можно и кудой было. Нифига себе. С каешки трипл сделал. Чувачок. Надо было туда куда-нибудь. Подожди, куда? Ну, уходи направо. От конца зоны будем играть. Ой, блядь. Стой, ну куда? Ты чё? А у меня... кто вышел? Так ты чё дропы оставил? Я не видел. У него что-то лагает жестко все. Тачка. Тачка, Олег. А я вижу. Пиздец. Пиздец он на машине хуярит. Че, всех так схуярит? Олег возле тебя? На дропе, да. Я. А ты что, на дроп поехал? Смотри. Что там, возле моста они? Не-не, они там дальше. На дропах.
вас я. Ни хера не там. Стрелило, блин. Да-да-да. Там, блин, хрен ли не попасть. Пятачок и втроем стреляют. Нормально поиграл. Ладно, всем пока. Давай.